Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry 5. Ну что, идем до следующего, значит, секретика. Ну то есть секретного какого-то места, где это, выживальщика, все дела. А мы тут начали зачищать карту, которую мы уже прошли, с картой веры. Посмотрим, что здесь у нас будет. А здесь у нас какие-то животные обитают, походу. Так, это сразу надо уничтожить. Вот. Что там? Под глюками теперь он, да? Куда побежал? Лё. Лё какой? Все, минус. Отбегался, чувак. Так, патроны. Патроны мне отдайте обратно все мои. Так, а тут что, у нас волк? Нет, клетку с волком мы освобождать не будем. Так. Где записка? Мне нужна записка. Так, записка. Читать. Записка выживальщика. Сектанты постоянно отлавливают волков в воюющей пещере. Там полно хорошей снаряги. Думаю, надо туда наведаться и забрать все, что удастся унести. Да, чувак, походу у тебя не получилось все унести. Ну ничего, я за тебя это сделаю. Зайдем в пещерку. Это что, цыкнуло? Пока. Ты че, волчара позорный? Так, убегайте. Нечего тут сидеть вам. Так, олень. Нет, оленя не могу обыскать. Так, лось. Два трупика. А где снаряга-то? Да что ж ты такой настырно-то? Патроны все потратил. Так. И чё, и где снаряга? Я ничего-то не пойму. Или мне наверх надо? Вон оно чё. А я думал вниз, а тут, скорее всего, надо наверх. Да, вот туда. Ну, цепляемся, значит, сейчас будем карабкаться. Так, прыгай. Так, здесь я могу в воду спрыгнуть. Блин, хорошо не убился. Блин, и глюки сразу пошли. Потому что вода отравлена, да. Я бы на это посмотрел. Наверное. Тихо. Так, и как здесь пройти, я чуть не понял. Давай. Ну, а чё такое? А, вот, можно обойти. Чё, я не мог в такую здоровую дырку поместиться, что ли? Неужели я такой толстый? Так, собираем патроны. Так, блажи здесь много. И волки еще здесь есть. Так, еще одна записка. Приказы секты. Проведите осмотр животного. Необходимо собрать данные до того, как животное не усыпят и отвезут на хижину. Раны. Есть ли открытые раны? Поведение. Проявляет ли животное агрессию или ведет себя спокойно? Возраст. Примерный возраст животного. Помните, что вакцина не подействует, если животное слишком старое или слишком молодое. Обязательно передайте эту информацию ученым в хижине. Вот, они тут какие-то экспериментики, короче, ставят над животными. Но я что-то не пойму, а где снаряга? Или еще надо? Да, вот, еще надо куда-то.
все выше и выше и выше. Так, все, я пришел, да? Типа вот здесь? Патроны вижу. Ящик, который обыскать, вижу. Вот она. Вот они, все, мое добро. Мое, 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 мое. 49 тысяч баксов. Почти 50. Блин, мне в реале столько денег, эх. Да. Так, а здесь, по идее, можно на вертолете забраться. Да, выбраться. Или ручками. Допрыгну я? Кошка, да. Ну да, лё, нифига себе, как высоко. И чё дальше? И чё теперь? И всё? Прыжок, подняться, снять. Не, давайте снижаться. Чё-то я не пойму. Мне кажется, вертолет здесь не просто так. Так, отпустить. Давайте сейчас попробуем на вертолете взлететь. До кошки. Так, 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 так. Где тут? А, вот. Так я могу просто вылететь отсюда. Фига себе. Вот это гаражик. Так, снизится. Так, аккуратно, аккуратно, я сказал. Все, вышли из пещерки на вертолете. Вот это да. Вот этот гараж для вертолета, найс. Так, пушки здесь нету. Давайте посмотрим, что там с картой. Есть ли еще секретики? Вот, какой-то секретик есть. Вот сюда мы сейчас и направимся. Полетели. Полетели, полетели, полетели. На головку сели. Нам надо до острова вот этого. А я рыбу где ловил? Не, рыбу я вот здесь ловил. Это альбиносы. Как он там? Блин, хотел быстро сказать. Рагнар, вот. Какой-то альбинос Рагнар. О, какие-то точки открываются. Прекрасно. На вертолете перемещаться прекрасно. Бана, а тут что такое? Это баржа стоит или что это такое вообще? А, это пещера. Так, давайте мы сейчас аккуратненько вот сюда, скорее всего, на мель приземлимся. Чтобы, если что, улететь можно было. Все, нормально? Да нормально, не потонул. Все, если что, отсюда улетим на вертолете. Если не получится быстро уйти отсюда, убраться. Так, а тут что, секреты? Тут коза. Так, записка. Ой, блин, коза в пеньке застряла. Да бедная коза. Замуровали тебя разработчики. Так, записка, читаем. Какой-то кретин врезался на драге в дом и пробил брешь в моем бункере. Я думал, отгоню махину и все исправлю, но сделал только хуже. Еще не хватало, чтобы сраные эдемщики забрались туда и сперли все мое добро. Так, отслеживать. Все-таки это у нас какая-то баржа, ее тут не должно было быть. Так, а это вход в бункер. Что такое? А это там где-то змеи. Ага, так, давайте послушаем. Не знаю, как это случилось. Мне ужасно жаль, что я въехал в твой бункер. Не знаю, как это случилось, но жаль, что ты въехал. Вот это да, пить меньше надо за рулем. Так, планы Роя. Мой бункер бесполезен. А выбора нет, мне придется бежать. Ходят слухи, что в горах на севере кто-то собирает ополчение. Может, отправлюсь туда. Если вы это читаете и сможете найти мой тайник, забирайте все. Легко. Так, я хотел вот это сначала сделать. Сейф открыть.
Забрали. Так, теперь нам нужно до баржи, которая врезалась в бункер. Так, так, так. А, это вот здесь надо это плыть, короче, под водой. Можно проплыть. А здесь у нас ничего интересного нету, да, тут заперто. Это что такое? Так, ладно. Где тут вход? Сейчас найду вход. Наберу воздуха. И поплыву. Так, вход не здесь. А где вход-то? Так, это обломки какие-то, я их не могу убрать. А чё такое? Как здесь проплыть-то? Может, вот здесь где-то есть? Ну нет, мне вот этот или вот этот проход не нужен по-любому. Так, выбирайся давай. А ты можешь выбраться просто. Вот. Короче, мне нужно вот, вот эту штуку как-то попасть. Может, сверху где-то проход есть? Хотя нет, мне сказали точно, я помню, что можно как-то через воду заплыть. А может, вот здесь вот это и есть вход? Нет, вообще не похоже. Ну, я думаю, стоит проверить. Так, да выплывай же ты отсюда. Так, ну это куда-то что-то ведет. Ну, сейчас попробуем. Так, воздуха набери. Угу. Так, теперь ныряем. Все, поплыли. Бочонок виски. Ага, бочонок виски я знаю, куда нужен. Кому нужен. Там что-то чувак, да, говорил. Типа бочонок виски, если найти, там заплатят хорошо. Но меня больше всего интересует вот это место. Вот он вход, скорее всего. Нет. Может, здесь под ним? Нет. Может, здесь где-то? Нет. Может, еще ниже? Нет. Но тут есть вот какой-то... какой-то этот... Так, я задыхаюсь. Поплываю. А это что такое? А, это там куртка просто. Включите. Блин, вот же он проход есть. Окно целое. Как его сразу не заметил-то. Так, 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 так. Мне нужно наверх, потому что я скоро задыхаться буду. Вот, все, отлично. Отлично, замечательно. Вот я вам внутрь и попал. Теперь что, лестница? Ага, вот. Куда-то... Что происходит? Боже мой! Что это было? Ага, это он пробурил, значит, у нас. Маленькую дырочку в пещере. Так, а теперь куда плыть-то? Куда плыть? А, вот есть какой-то проход, вижу. Это он? Ну, надеюсь, он. Как бы больше нету вообще вариантов. Так, глюки, глюки начинаются жесткие. Блин, да ты можешь побыстрее чуть-чуть плыть-то. Ага.
Так, где змея? Пошла вон. Все, змею победили. И вот он тайник. Какой же он шикарный, а? Ну посмотрите просто на это. Эх, ляпота. Ключ-карта еще какая-то взялась. Непонятно к чему она, откуда она. Надо будет... А, ну это, наверное, выход, чтобы обратно так не бежать. Блин, тут у него запасы еды и продовольствия. Короче, пацан апокалипсису готовился, это точно. Все, теперь выбираемся отсюда. Еще один тайничок обнаружили и зачистили. Так, что тут еще есть? Так, там я бочонок находил. Бочонок. Только где этот бочонок, где это задание? Так, это не то, это у нас, ладно, это не то, это тоже не то. Хотя, я думаю, стоит сюда добраться, только это совсем в другой локации, это вообще прям, где это? Вот аж где. Это вообще в другом месте. О, тут есть быстрое перемещение. Ну, сюда и переместимся. Вернемся в первую локацию. Зачистим тайник. Да, я помню тайник. Я его нашел, но решил потом вернусь. И вот это время настало. Я потом возвращаюсь. Ой, тут война идет прям. Не на жизнь, а на смерть. Тут базарит. Так, чужие. Кто еще? Вот он. Обыскиваем всех. Так, и вот он, тайник. Вот, доберитесь до большой трубы. Так, опа-на, еще один чувак, который что-то знает. Ладно. Так, Святошем, значит, это свой. Так, вот, есть труба у нас. Ёй-ёй-ёй-ёй. Так, и да, я помню, нужен ключ. Нужен ключ, так не вариант открыть. А где этот ключ-то взять? Где взять этот ключ? Так, почитаем, что там. Самогонщики возле старого автобуса решили помочь сопротивлению и теперь делают коктейли Молотова. Найдите их тайник. Смотреть в журнале. Что посмотреть в журнале? Непонятно. Где ключ? О, медведь. Завалили. Вот он ключ. Чувак от кого-то убегал, но не убежал. Так, надо медведя обыскать. Шкурку забрать-то. Все, ключ есть, сейчас идем тайник, короче, открываем. И... Ба-бам! Ну, вот, музыка. Так, собираем все. Ой, хорошо, приятно, очень приятно. Так, получено навыков 3, ладно, навыки я потом буду чекать, смотреть, что там, как там. Так, дальше. Дальше у нас есть еще одно задание. Есть аванпосты, которые можно освободить. Есть еще тут задание Клач Никсон. Нет, Клач Никсон нам не интересен. Так,
Шерри. Кто такая? Я могу здесь как-то быстро добраться? Ну, относительно быстро. Так, заправка Мисти Ривер. Ну, давайте до заправки, а там уже пешком добегу. Чё, там немножко, я думаю, метров 300-400 будет. Так, и мне надо куда? А где точка? Да, господи, боже мой, я же ее не поставил. Вот, 300 метров, я же говорил. 350 даже. Можно сказать, практически угадал. Опа-на, поохотимся чуть-чуть. Так, куда ж ты бежишь? Хорошо. Все, давай чуть-чуть поплаваем. Давно не плавали. Так, обнаружено новое место. Магазин банка червей. Скорее всего, какое-то рыболовное местечко. Так. Тут у нас наркопритончик какой-то, наркобочки. Ой, как красиво. Ой, как замечательно. Поле какое. Это что, это у нас... Нет, это не сальвия. Что это за цветок? Непонятно. Ну да ладно. Так, как зайти? Я хочу зайти в магазин. Алло. Вот. Работу? Да. Дело вот в чем. Когда-то давно у моей семьи была винокурня. Там делали лучшее в мире пойло. Макхеллен 57. Но винокурня разорилась, и все пропало. Но в записях моего прадеда говорится, что они выдерживали виски под водой по всему округу. Эти бочки так и не нашли. Я искала их много лет. Если найдешь все, я тебе заплачу за труды. Одна из бочек наверняка в озере поблизости. К востоку есть метка. О, ты уже нашел Макхеллен? Я знала, что на тебя можно положиться. Найди все бочки, и я заплачу тебе. О, вот так вот. Теперь нам бочки. Она не одна бочка. Их много. Их 15 штук аж. Нифига себе. Ну, мне кажется, это... Вот бочка. И все? Одна метка? О, как Клатч Никсон далеко. Интересно, где это он? Так, ладненько. Бочки, мне кажется, это второстепенно. И слишком много их, 15 штук искать. Пока закончу, а дальше, скорее всего, продолжу. Уже в новой локации проходить, открывать уже пора. Выполнять главные задания.